Всем привет, друзья! Меня зовут Алексис, и добро пожаловать на мой новенький видосик. Сегодня мы с вами поиграем в крутые мобильные игрушки. Но перед началом просмотра, друзья, не ленитесь, ставьте свои лайки и подписывайтесь на мой канал. Ну а начинаем мы с игрушки Assassin Hunter. В прошлый раз мы с вами остановились на 57-й миссии, давайте мы постараемся ее пройти. О, тут уже 8 бойцов, ребята, это уже будет сделать довольно-таки сложно, мне кажется. Так, оп, минус 1, уже 7 бойцов осталось, хорошо. Ребятки, ну самый жесткий этот вот красный. Его нужно бить только со спины, и все, потому что так мы его не уничтожим. Есть, троих замочил, ребята, троих замочил. Что? Блин, меня подбили, меня немножко подбили, осталось 2 перца только. Хорошо, ребятки, хорошо, пока что у нас все сами. Так, нужно подобрать ключик. Давайте мы вот одного уничтожим, одного оставим. Ой, стоп, 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 вот так, оп, есть, ключик подобрали, остался последний боец, ребятки. Самый-самый последний, все, до свидания. 57-я миссия выполнена, было очень сложно, но мы с вами ее выполнили. Нам еще осталось найти 2 ключика. И потом я уже смогу себе там выиграть какие-то новые скины. Так, ладно, ключик подбираем, отлично. И давайте начинать уже уничтожать бойцов. Оп, ох, что? Меня уничтожили, ребята. Сложные сейчас миссии пошли, очень сложные. Просто, знаете, бойцов очень много, поэтому сложно играть. Безумно сложно. Так, оп, так, вверх защищаем, вверх. Нет, стоп, 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 давайте так со спины обойдем. Так, осталось у нас, получается, 6 чувачков. Уже 5 осталось. И красного я не уничтожил. Это тот, который с щитом. Он самый сильный, ребята. Вот, вот этот вот чувак. Оп, все, есть. Мы его уничтожили и отступаем. До свидания. Осталось еще 3 чувачка. Ну все, в принципе, им хана. Им 100%, ребятки, тут будет хана. Так, бам. Есть еще минус 1. Потом, опа. И еще последний, друзья. Где-то вот тут вот он лазит. Сейчас со спины его ударим. Просто вот так, бам. До свидания. Есть, миссия пройдена. Друзья, кому не нравится эта игра, не спешите закрывать данный ролик. Просто сегодня реально крутейшие игрушки я для вас подготовил. Практически самые популярные игры. Одни из самых популярных. Так, 9 бойцов, ребята. 9 перцев. Блин, вот я люблю, когда они все на куче. Так, оп. Есть, не-не-не, стоп. Стой, стой, стой. Блин, я подбитый, друзья, я подбитый. Так, давайте со спины ударим, вот так вот, просто со спины. Нападем на них. Так, они что-то заматушились, да? Все, есть. Так, сколько там еще осталось? 6 штук, да? Ну, 6 штук это опасно. Плюс я еще подбит. У меня мало здоровья у этого бойца. То есть, у него скорость довольно-таки неплохая, да? Он очень быстро, но здоровья у него мало, реально мало. Так, 5 бойцов осталось. Тех нету, которые со щитами, да? Те, которые со щитами, это прям самые мощные есть! Трипл килл, ребята! Это было красиво. И так еще. Пэм! Так, последний там еще остался. Ключика жалко, что здесь нету. Вот так. До свидания, чувачок. Ребятки, давайте мы с вами выполним еще последнюю миссию. Сейчас либо... Давайте вот так. Либо миссия, либо здоровье. И продолжаем. А, ну либо бонусная миссия. Ладно, все, выполняем бонусную миссию. И открываем тогда другую игрушку. Ну, потому что мы так уже долго задержались в этой вот игре. Это дополнительные кристаллики. Вот еще 3 кристаллика и еще где-то один. А, вот, привет, давай. Отлично, ребятки, давайте тогда закрывать эту игру, открываем следующую. Ну, а следующая игра, в которую мы поиграем, называется 12 замков вокруг света. Мы с вами остановились, друзья, на второй миссии. Давайте постараемся ее тоже пройти. Итак, нам здесь с вами нужно, я так понимаю, поймать вот эту вот рыбешку. Это то, что мы делаем в первую очередь. Так, тут какой-то пароль еще есть. Давайте мы его запомним. 1976, хорошо? Это что, осьминоги? Так, тут рыбок нету. А вот и наши, получается, персонажики. Так, это что у нас? Это первый ключ, я так понимаю, да? Он открывает этот вот замок. А эта рыбка, она вообще открывает какие-то замки? Нет, эта рыбка никакие замки не открывает. Короче, друзья, нам нужно тут вообще всякие такие вот мелочи просто замечать. Так, тут у нас что? 528. Давайте уйдем. 528. А, неправильно. А, вот 1976. О, по-моему, что правильно, да. Это что такое? Так, а, может быть, какой-то пазл или что? А, да, точно, ребята, это пазл, смотрите. Вот что тут нужно сделать. Так, так, давайте пока, подождите, пока, подождите. Давайте подумаем. А как это вообще... Блин, а как это так пройти, этот пазл вообще? Это ж нереально, мне кажется. Да? Вот так, оп-оп-оп-оп-оп. Все, в принципе, тут у нас готово, и тут у нас тоже все готово. Сложно было, конечно, сделать, но мы с вами это сделали. Так, мы с вами вскрыли этот замок. Есть еще один ключик. А, ребята, смотрите, я еще кое-что здесь увидел. Смотрите, видите, положение вот этих вот стрелочек. Это нужно вот так вот поставить. Так, красную нужно поставить вот так вот. Смотрим еще где есть. А, фиолетовую нужно поставить точно так же. И еще тут какое-то положение. А, и вот это вот нужно поставить желтенькую вот так вот, да? Опа! И-ху-ху! Так, 28-49, отлично.
Так, 28-49, это получается, наверное, что вот это вот, да? 28-49. Есть, ребята, мы вскрыли с вами еще один замочек. Здорово. Так, а дальше эти вот камушки. Как мне их вскрыть, а? А что это за соска вообще? Смотрите, ребята, 528. Так, 528. Погоди, в другую сторону. Так можно листать. Да, 528. Все, есть? Та-дам! Отлично, осталось, в принципе, еще там два замка, да? Друзья, я наконец-то прошел эту миссию. Отлично, я немножко просто подумал, нашел еще пару ключиков и разгадал полностью вот эти вот все головоломки. Отлично, вторая миссия, друзья, пройдена. Ура, сундук открыт. А уже третью миссию, ребятки, мы с вами будем проходить в следующей серии. И это у нас вот такая вот замечательная, друзья, гоночка. Ну, сыграем мы здесь с вами, наверное, что две каточки. Да, я давно уже не играл вот в эту вот игрушку. Она мне очень сильно нравится. Практически всегда, друзья, мы с вами брали здесь первые места. И сейчас мы тоже будем брать первые места. У нас здесь есть дополнительные какие-то вот способности, которые мы с вами открываем, когда мы их активируем. Так, давайте еще одну возьмем способность. Отлично. Так, кстати, нас здесь могут, друзья, подбить. Поэтому нам нужно маневрировать вот так вот во все стороны, потому что в нас могут полететь ракеты. Так, короче, какие-то пончики я использовал. О, еще дополнительная какая-то плюшечка. Это типа что такое? А, это я бы мог подбить кого-то, если бы кто-то был бы впереди, друзья. Но я всегда впереди. Я всегда впереди, в отличие от своих соперников. О, я врезался, ребята, я немножко врезался. Так, поставили мы трамплин им вот такой вот. Отлично, может быть, они... Может быть, вернее, кто-то станет на этот трамплин. Так, еще у нас есть вот такая вот способность. Огненные колеса, разгоняемся. У-ху, есть, ребята, вот это мы звери с вами. Смотрите, смотрите, как я оторвался от всех этих вот чуваков. Так, у меня здесь еще здесь турбоускорение. Ускоряемся, отличненько. Ускорились. Также у меня здесь есть щит. Я его использую на тот случай, если вдруг кто-то захочет в меня поцелить. Да, по-любому здесь будут такие вот желающие, кто захочет это сделать. Но вряд ли у них что-то получится, ребятки. Так, пончик ставим. Так, они меня вроде бы уже догоняют, да, или нет? О, это же, наверное, тот мой трамплин, который я установил, да? Походу, что да, ребят. Так, все, это победа, я еще щит могу в конце использовать. И это первое место. Да, отлично, вот так вот легко и просто я взял первое местечко. Друзья, давайте мы тогда пройдем еще с вами одну миссию. Это уже, получается, другая карта будет. Смотрите, это какая-то пустыня или что-то такое. Ладно, стартуем. И я нахожусь в самой крайней, да, то есть в конце, четвертой и шестой. Хотя нет, там за мной еще были некоторые чуваки. Ну ничего, друзья, сейчас мы с вами это быстренько все исправим. Главное оторваться от этих вот противников. Так, опа, что мы активировали? О, мы с вами активировали прикольную штуку. Это хорошо, если еще я ее использую обязательно, чтобы подбить этого чувака, который впереди. Но вряд ли, конечно, он будет впереди меня. Мне кажется, что я его обгоню еще даже с невероятно большим отрывом. Так, прощай, чувак. Все, вот, друзья, о чем я говорил. Отлично, он впереди, да? А мы еще разочек его вот так вот бомбахнем. Бум, блин, мимо. Ребятки, смазал. Ну, ладно, ладно. Он пока что находится на втором месте, да? А, нет, да, он на втором месте, ребят. Но он прям за мной гонится, представляете? Так, трамплин ставим. Оп, кто-то станет, интересно, на тот трамплин или нет? Не знаю, короче, первый круг, друзья. Нам нужно два круга с вами выиграть. Так, берем эту штуку. О, это наша броня. Отлично, мы можем ее использовать. Давайте мы ее используем. Она на один раз отобьет любое вообще, что у меня полетит. Так. О, ребят, вы видели? Да, отлично. Я прям как чувствовал, что нужно использовать ту броньку. Все, последний заездик. Ребятки, последний заездик. Мы должны с вами здесь выиграть обязательно. Маневрируем. Так, через эти штуки проходим. Ай, блин, врезалось в меня. Так, отлично, отлично. Турбо ускорение. Полетели! У-ху-ху. Есть! Еще что-то там подобрали. Какой-то пончик подобрали. Что делает пончик, я не знаю. У нас еще есть вот такие вот огненные колеса, которые мы можем использовать. Ох ты ж! Ничего себе, разогнался. Прям очень мощно, ребята. Так, врезался в кактус. Блин, используем пончик. И что этот пончик делает, ребятки? Я вообще вот не знаю, что он делает. Вот реально, вот что делает этот пончик, мне неизвестно. Ну да и ладно. Главное, что мы с вами находимся впереди. Это самое главное. Так, у нас есть еще две способности, мы их используем. Сейчас быстренько, потому что впереди у нас никого нету. Лучше бы мне такую способность взять, там где какой-то турбо, либо там защита какая-то. Так, это что у нас? О, ну, в принципе, такая тоже прикольная штука. Может быть, кто-то на нее попадется. Отлично, мы с вами, друзья, первые из шести. И сейчас вот есть вероятность, что в нас начнут стрелять, ребята. Поэтому вот так вот во все стороны ездим, во все стороны. Есть, первое место.
Отлично, это победа. Ладно, друзья, закрываем эту игрушку, открываем другую. И это у нас Бравл Старс, друзья. Первую катку мы с вами сыграем в Бравл Бол. Играть мы будем за Мортиса, ребят. Первый раз буду играть за Мортиса в этот вот режим. Не знаю, выиграем мы или проиграем, но если мы выиграем, будет очень-очень здорово, потому что, ребятки, если мы с вами возьмем, в принципе, еще одну победу, то есть еще один кристаллик, так, уйди. А, блин, меня сразу уничтожили, ничего себе. Если мы с вами еще возьмем один этот вот кристаллик, ну, это не кристаллик, это такой прям большой жетон, то тогда, друзья... Гол! Красавчик, лол, геймер, ютуб забил гол. Может быть, какой-то ютубер, не знаю. То тогда, друзья, мы с вами откроем ящик себе какой-то. Так, отлично. Наш чувак впереди. Все. Стоп. Дай-ка я забью его, Все. Алексис забивает гол. Ну почему такая легкая победа была, друзья? Может быть, мы с вами вообще три каточки сыграем. Так, это была, в принципе, первая катка за Мортиса. И это победа. Мы заработали с вами жетон. Давайте сейчас откроем сундук, друзья. Я очень сильно надеюсь, что здесь что-то выпадет. Там какой-то бравлер прикольный. А ну-ка. Та-дам! Есть, ребятки. Кто еще не поставил лайк, обязательно ставьте его. И мне, и вам тоже в дальнейшем что-то выпадет прикольное. О, ребята, это, в принципе, неплохо. Плюс 200 этих вот жетончиков. Это хорошо. Потом еще кристаллики мы с вами заработали. Ладненько, давайте тогда мы с вами поменяем бойца. Например, мы сыграем сейчас... О, давайте за ПМ. Почему бы нет? Сыграем за ПМ. Играть будем в режим осада. Все, погнали, ребятки. Это будет вторая наша карточка. Если мы, ну, довольно-таки быстро выиграем в нее, то тогда, ребята, это, сыграем тогда еще столкновение. Последнюю карточку. О, у нас неплохие, в принципе, союзники. Фрэнк. Потом вот еще этот Барли. Так, давайте собирайте эти быстренько болтики. Давайте, собирайте болтики в студию. Так, нам нужны болтики. Ребята, нам нужно очень много болтиков. Так, вот. О, у нас уже два болта, отлично. А у них, получается, еще ни одного болта нету. Значит, робот будет на нашей стороне. Все, отлично. Так, есть робот на нашей стороне. И у нас еще есть один лишний болт. Да, это хорошо. Так, хилочку мы поставим вот сюда вот где-то. Все, тут мы хилимся и отбиваемся от этих вот бойцов, от наших вражеских вражеских союзников. От наших, ну, короче, вы поняли, от кого мы отбиваемся, от наших противников. Так, сколько там еще осталось? Осада робота все закончилась. Отлично, все, собираем болты. А где болты находятся? Так, у нас два болта. Сейчас новый робот, друзья, пойдет новый робот, отстреливаемся. Так, ставим, о, есть болтик, берем его. Здорово, все. Давайте мы его бросим на базу. Так, все, отлично, болт на базе. Отлично, друзья. Сейчас следующий робот пойдет тоже. Он будет, короче, за нас сражаться, мне кажется, это следующий робот. Так, все, здорово. Так, есть еще один болт. И вот еще один болтик. Я пока что его на базу нашу не бросаю. А вот сейчас мы его бросим. Все, отлично, у нас уже три болта. И робот тоже на нашей стороне. Так, ставим хилочку быстрее. Давай, работенок, пошел и круши вот эту вот базу. Давай, все, я тоже подойду, в принципе, буду ее крушить потихонечку. Давай, все, уничтожаем ее быстренько. Друзья, походу будет еще третья катка, да. Бой окончен, мы с вами заработали жетон. Очень, кстати, легко мы с вами его заработали, просто безумно легко. Давайте мы тогда выберем себе... Так, какого же мне персонажа выбрать? О, а давайте я выберу Эль Прим. О, 200 этих. Капец, ребята, это прикольно. 200 жетончиков мы с вами бонусных как бы получим. Смотрите, плюс ящик, та-дам, есть. Обычно вот в этих вот ящиках еще плюс 200. Капец, как же круто, ребята. У нас реально целая куча жетонов сейчас будет. Так, ладно, давайте мы тогда сыграем с вами. О, давайте за ПМ сыграем. Так, все, выбираем ее и поиграем мы с вами в столкновение. Тоже выбираем одиночное столкновение. Друзья, последняя катка в Бравл Старсе. Да, самое последнее. Потом откроем следующую игрушку. Это у нас будет три карточки. Ладно, друзья, бежим где-то, не знаю, на центр, может быть. Сейчас будем лутать какие-то сундучки. Так, быстрее. О, это мой сундук. Спасибо, мистер Пит. Спасибо, мой хорошенький. Я его сейчас добью, ребята. Есть, я его уничтожил. Все, забираем его банку. Отлично, у нас уже с вами две банки есть. Так, оп. Есть, сейчас будет три банки, походу. Давай, еще один раз. О, там, походу, она заглючила или что? Она, походу, заглючила, это подруга. Ладно, пусть она там ключит. А мы с вами пока что будем делать? Давайте мы пока залутаем эту штуку. О, тут я вижу, что тут мне помогает ее, в принципе, лутать. Все, забираем. О, там даже две энергии есть, ребята. О, не, опасно. Ставим пушку и отступаем. Друзья, ставим пушку и отступаем. Так, хорошо, ждем пока что, ждем, восстанавливаемся. Так, хорошо. Наша пушечка уже, в принципе, подбитая, ребятки. Давайте мы забираем еще вот эту вот штучку. Все, у нас уже 5 энерджи. О, есть, этот чувак тоже уничтожен. Отлично, давайте заберем, у нас уже будет 7 энерджи. И там остался еще последний чувак. Сейчас посмотрим, с кем мы будем сражаться.
Ну, кто тут у нас? А, вот кто тут у нас. Смотри. О, банки разбивает. Ребята, у него много банок. У него аж 9 штук. Блин, есть вероятность, что мы проиграем с вами. Ставим бутылочку. Ой, бутылочку ставим, говорю. Ставим нашу пушку. Друзья, не успел. Блин, реально не успел. Ну, обидно, конечно. Но мы с вами все равно зарабатываем себе там какие-то баллы, жетоны. Смотрите, сколько жетонов у нас здесь бонусных, да? У нас еще 300 бонусных жетонов есть. Это хорошо. Ладно, друзья, закрываем Brawl Stars, открываем другую игру. Но сегодня в Roblox мы с вами поиграем в Pet Simulator какой-то, друзья. Это как бы обучалочка идет своего рода. И вот нам нужно идти по стрелочке. Давайте мы пока что пойдем по этой стрелочке и посмотрим, куда нас она приведет. Вообще, что нам здесь нужно делать? Понятно, что нам нужно выбивать питомца себе, да? А, я понял. Значит, я должен себе выбить питомца, да? Ну, давайте мы тогда откроем это яйцо. Все, мы выбили себе одного питомца. Отлично, теперь выбираем меню. Нажимаем на ранч, апгрейд. Отлично, мы, короче, что-то проапгрейднули. Да, прикольно, вот такая вот своего рода мини-игрушка. Играем за питомцев. И, наверное, чем дальше мы с вами пролетим, да, то тем больше, типа, там, баллов каких-то, либо денежек мы с вами заработаем. Блин, прикольно, мне нравится эта мини-игрушка. Вообще, мне нравится Roblox из-за того, что тут просто громадное количество различных игр. Вообще, не знаю, на любой вкус, на любой цвет, для мальчиков, для девочек. Короче, тут море, просто, ну, очень много игр. Друзья, ну, что я вам объясняю? Если вы хоть раз играли в Roblox, то вы сами прекрасно понимаете, сколько здесь игр, да? Так, ну пока что все очень-очень просто. Я надеюсь, что дальше будет чуть посложнее, потому что, ну, мы уже с вами, смотрите, почти минуту играем. Я думаю, что мы долго не будем играть в этот вот режимчик. Мы с вами будем открывать следующую игру. У нас, по-моему, еще 4 игры прикольных, в которые мы сегодня должны с вами еще сыграть. Так, все. Нас сбили. Что? 26 тысяч мы заработали? Да ладно, ребята, как так вообще? Давайте будем выбивать какие-то другие яйца. Ребята, давайте посмотрим. Например, вот эти вот яйца, сколько они стоят? Давайте попробуем купить. Ничего себе. А, за реберцы, да? Это все за реберцы мы покупаем. Так, а вот это вот мы купим или нет? Так, сколько стоит? Так, not enough rebirths, not enough coins. А тут у нас хватит коинцев. Блин, да капец, как много. А, миллионы. А это 30 тысяч коинцев, да. Но одно яйцо мы с вами откроем. Отлично. Мы с вами выбили себе нового бойца, нового питомца. Так, как бы нам его применить, этого питомца, которого мы выбили? Вот он получается, да? Давайте мы его так сделаем. Equipped. Все, мы его одели. А что это вообще за кот? Grey Cat, короче, возле меня тут лазит. Как мне его поменять, этого Grey Cat? Он, походу, вот этот вот кот. Ну, этот вот намного лучше питомец. Смотрите, как много денежек он приносит. Вообще. Так, 4 из 4, да? То есть максимум я могу 4 питомца одеть. Так, этого можно как-то снять. Так, Equipped. А, его можно даже апгрейднуть. Ничего себе, за монетки, ребята, представляете? Ладно, короче, будем разбираться в этой вот игре уже попозже. Давайте будем закрывать Roblox и открываем следующую игру. И это у нас Snake Rivals какой-то. Друзья, играть мы будем здесь за змею. Вот такую вот, я так понимаю, да? Угу, хорошо. И что нам тут нужно делать? Сейчас будем разбираться. Есть яблоки, чтобы расти. Хорошо, будем есть яблоки, раз от нас это требуется. Разблокирован рывок. А как его использовать? Наверное, что на пробел, да? Да, друзья, на пробел мы используем рывок. Понятненько. Так, доступные улучшения. Хорошо, мы с вами можем, наверное, поедать эти улучшения. Это на Е. А, магнитики. Прикольно, ребят, классная игрушка, мне нравится. Это какая-то новая игра, смотрите, сколько яблок здесь у нас. Это получается пока что у нас обучалочка. Но, друзья, это, скорее всего, что онлайн игра. Вот как только мы с вами пообучаемся, то после этого мы уже будем, наверное, что с реальными какими-то людьми играть. Так, дальше, что можем делать? Так, не врезайтесь, ага, в змеи, я понял. Нельзя в них врезаться, но этих мы можем брать в кольца. О, это что такое? А, о, ничего себе. Смотрите, сэндвичи какие-то. Так, опа, есть. Блин, вот то, что мне единственное, что не нравится, то, что когда мы врезаемся, вернее, когда мы кого-то уничтожаем, то вот такой прям взрыв мощный происходит какой-то, друзья. Так, ну это пока что боты, понятно, что это боты. Дальше там будет уже это, дальше там уже будут реальные люди. Так, победите змей. Хорошо, победим, раз от нас этого требуется. Так, все, есть, мы их выиграли. Отлично, подтвердить. Назовите вашу змею. Не, нашу змею звать Алексис. Так, Алексис, все, вот так вот нашу змею звать. Все, подтвердить, погнали. Короче, тут какой-то сундучок, который мы с вами можем открыть. Давайте мы его откроем. Так, все. Либо же бесплатно мы можем его открыть, первый сундучок. Все, открываем его бесплатно, зарабатываем кристаллики.
А это что у нас? Радужный... А, радужный боу какой-то, да? То есть новая змея у нас открылась, либо мы ее прокачали, либо что. Короче, так, все это мы собираем. Так, давайте нажмем «Да», хорошо. И а что дальше? Так, это мы все проматываем. Я хочу еще сыграть вот в одну карточку. Все, готово. А, это наш цвет, да? Все, играть. Классический режим у нас, друзья, пока что только доступен. Ну, ничего страшного, пока что поиграем в классическом режиме, не проблема. И погнали, ребятки. Еще, грубо говоря, одна карточка у нас будет. Так, все, наша змея рождается. Хорошо, пока что тут у нас немножко пролагивает, да? Все, так, и управление что-то такое глючное пока что, когда вы маленький. Так, давайте, эту штуку нужно съесть. О, что? Смотрите, название такое смешное этого чувака. Какой он громадный, ребята, представляете, если бы его подрезать. Как круто было бы. Реально, было бы очень круто. Давайте постараемся как-то его подрезать. Это вообще уже какая-то не змея. Это уже, не знаю, червяк какой-то. Так, эту штуку мы съели, все. У нас есть спас... Что? В кого я превратился, ребята? Это что такое вообще? Это что за призрак? Давай! О! Что, он врезался? Блин, он в меня не врезался. То есть, когда я, наверное, такой призрак, то в меня не могут врезаться, да, я так понимаю? Ну ладно, ладно. Короче, разберемся, друзья, разберемся. Тут можно мышкой играть. О, мышкой удобнее играть, мне кажется, друзья. Да, мышкой удобнее играть, поэтому давайте будем играть мышкой. О, сколько здесь всего! Поедаем быстрее! Капец, смотрите, мы с вами увеличились в размере, это хорошо. Еще две бутылки. О, что? Сколько тут мяса, блин! А где это все мясо? Почему оно и просто так взяло и исчезло? Ребята, вы видели? Реально. Я бы, наверное, если бы я съел эту змею, я бы стал бы таким бы громадным, что это просто капец. И это уже, друзья, онлайн. Да, здесь мы играем с реальными людьми. О, у него лапы, смотрите. Прикольный, конечно, скин такой. Так, нужно как-то его, друзья, его подрезать, что ли? Тут уже очень много таких вот змей, видите, друзья, уже мы сами можем с вами врезаться сюда. Нас могут в кольцо, наверное, какое-то взять, мне кажется. Так, ой, как тут их много. Как их здесь много, блин! Главное, никуда не врезаться. Если мы куда-то врежемся, будет все очень-очень плохо. Так, давайте мы тогда, может быть, вот этого хотя бы подрежем. Давай. А, блин, не, я сам врезался в него. Ладно, ребятки, давайте будем закрывать эту игру и открываем другую. Но сегодня в Скелетичер мы с вами поиграем в Date Night Horrors, друзья. В эту, получается, миссию я буду играть впервые. Постараемся, конечно, ее пройти. Возможно, будет сложно. Но у нас, друзья, с вами есть такие небольшие привилегии, как вы знаете. Да, вот, у меня много денежек здесь есть. У меня много подсказок здесь есть. Поэтому, ребятки, давайте смотрим тогда это видео. Я первый раз буду его смотреть, кстати. Так, ну что ж, друзья. А, это еще не старт? Так, все, а вот теперь старт. Давайте посмотрим, что нам нужно здесь делать. Так, подсказочки. Put earthworms in the... ничего себе. Чего? In Crowman she's cooked. Ребята, нам нужно червячков бросить, короче, в ее блюдо. Так, earthworms are placed in the turtle room upstairs. Понятненько. Значит так, первым делом, что нам нужно сделать, так это подняться наверх, друзья. Сейчас поднимемся наверх. Можем прям... подняться по лестнице вот так вот наверх. Так, поднимаемся. Блин, упал. Сейчас, ребятки, сейчас все будет. Я думаю, что эту миссию мы с вами должны быстренько пройти. Так, все. Нам нужно Тортур Рум, друзья. Так, сейчас мы ее найдем. Без проблем. Я надеюсь, что мы ее найдем. Так-то я как бы не знаю, где она находится, эта Тортур Рум. Но вот сейчас будем так вот просто ходить и искать ее. Так, это у нас получается Music Room. Она находится где вообще, эта подруга? Она находится... на каком этаже? На первом, либо на втором? Ну, походу, что она находится все-таки на первом этаже, да? Или на втором? Ну, короче, неважно, ребят, неважно, где она находится. Сейчас мы выполним эту миссию. Так, Тортур Рум уже где-то скоро, друзья, где-то уже скоро. Она должна быть, эта комната. Так, неужели мы с вами ходим по кругу? А, вот и Тортур Рум. Отлично, отлично, ребятки. Так, все. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, давайте мы доберем этих червячков. Так, все. Есть, червячки взяты, ребята, дальше. Что нам нужно сделать дальше? Дальше. Wait for her to cook in... and add worms, which dish been served to spoil it. Так, хорошо. Короче, нам нужно дождаться, пока она что-то приготовит. Начинает готовить, ребята. По-любому, ты definitely best chef in the world. 100%. А мы с вами заходим на кухоньку и добавляем вот сюда вот наших червячков. Так, все. Дальше что? Все, runaway, ребята, runaway, миссия выполнена, представляете? Так быстро. Так, все, убегаем, убегаем быстрее отсюда.
Да, это реально было легко. И практически, друзья, без там каких-то подсказок, вы видели, просто взял и прошел вот эту вот миссию. Тут еще торт есть, можно его вот так вот где-то бросить. Так, как я хочу выбросить этот торт. Пиу. Так, ладно, друзья, дожидаемся. О, отлично. Смотрим это видео. Она сейчас будет его угощать. Вкусняшка. Все, ребята, миссия выполнена. Ладненько. Реплей. Так, нет, реплей мы не будем, друзья. Закрываем тогда эту игрушку. Открываем тогда последнюю игру на сегодня. И это у нас Майнкрафт. Но сегодня в Майнкрафте мы с вами поиграем в мини-игрушку, которая у нас называется Farm Hunt. И так получилось, друзья, что мы с вами будем охотниками. К сожалению, я просто сегодня хотел прятаться, но так получилось, что мы будем ловить. Ладно, друзья, начинаем тогда искать. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду всех животных искать. Так, хорошо, давайте я сначала поищу вот наверху. Может быть, кто-то вот здесь вот спрятался. Ну, мало ли, вдруг такое может быть, да, друзья? Так, ладненько, тут никого нету, я вижу. Это курочка, что? Это курочка-бот, да? Я так понимаю, да, это курочка-бот, друзья. Эти хрюшки, наверное, тоже какие-то боты, потому что они реально ведут себя не как настоящие и живые люди. Так, друзья, как бы нам с вами это... Так, как бы нам с вами быстренько поймать этих всех игроков? Так, их уже осталось сколько? А, 11, ничего себе, уже троих поймали так быстро? Реально, это прикольно. О, коровка. Коробка, что-то ты подозрительно двигаешься, блин, это бот, друзья, это был бот, представляете? Так, мы с вами еще можем подрывать это все. Смотрите, котика можно подорвать, оп, смотрите, сейчас бум, взрыв произойдет. Да, это был тоже бот, ребята. Так, коняка, тоже бот, о, курочка, вот вдалеке вижу курочку, друзья. Так, это тоже, скорее всего, бот, потому что она очень медленно передвигается. Блин, а где вообще здесь... Реально живые люди. Я ни одного еще не увидел, ребята, представляете? А осталось их сколько? 9 штучек. Оп. Так. Вы люди или вы не люди? Кто вы? Отзовитесь. Так, две собаки как-то так на куче стояли. Но это тоже все боты. Так, эти вроде бы не двигаются. Ладно, давайте полезем наверх, посмотрим, может быть, тут что-то есть. Так, а еще выше можно подняться? Так, кошара. Оп. Нет, нет, нет. Блин, боты, одни боты, ребята. А, все, вон, вижу курицу. Вижу курицу, бегу за ней. Так, сейчас мы будем ее ловить, ребятки. Сейчас мы будем ее ловить. Оп, так, хрюшки. Это хрюшки не то. Так, вот, курочка. Так, гоните ее сюда вот на меня. Я сейчас вам помогу ее уничтожать. А, вон, куда она побежала, ребята. Давай, преследуем ее. Ай, блин, это вода. Вода. Я думал, что это лед, но это казалось, что это вода. Так, куда они ее гонят? В какую сторону? Мы должны ее перехватить, ребята, обязательно. Так, стоп, где она? По-моему, что вот эта вот барашка задвигалась. Так, тут что у нас? Это все боты, да? Да, это все боты. Осталось еще, в принципе, 5 животных, но у нас, друзья, с вами еще 2,5 минуты. У нас есть шансы, чтобы выиграть, да? Так, чувак, ты что тут сидишь? Так, стоп. Вот, да капец, все боты, ребята. А ту курицу поймали, интересно. Но осталось еще 5, ребятки, еще 5 осталось бойцов. Я еще, представляете, ни одного не поймал. Жестяк, конечно. Это обидно, это очень обидно. Так, мы с вами уже ускорились. Ого, мы с вами уже стали очень быстрыми. О, блин, боты или не боты? Да, да капец. Уже аж бесят немножечко, друзья, эти боты. Их так много здесь оказывается, прям целая куча. Эх, а где вообще все игроки? Ребят, смотрите, по идее 14 охотников должно быть. Вон, а, вон, ловят этих курей, да? Так, ловят ту курку все. Давайте я тоже буду ее ловить. Так, куда там бегут все? В какую сторону? Еще не могут ее поймать, да капец. Да как же так? Никто не может поймать эту курицу. Обходите там ее с другой стороны или что? Потому что мы должны с вами ее поймать обязательно. Так, где она? Где эта курица? В чем прикол, что она может еще превращаться там в кого-то другого. Там, например, если она дотронется к тому животному. Так, оп, оп, что это? Что это? А, блин, это бот, ребята, это был бот. Че, я завис? Нет, я не хочу виснуть, пожалуйста, только не это. Так, осталось еще, в принципе, 3 чувака еще осталось, ребята. 3 чувака, и все. А вот, вот она, блин. Вот она маленькая такая. Все, поймали ее, да? Отлично, отлично ее поймали. Еще 2 осталось. Видите, все игроки выбирают себе курочек, потому что, ну, за курочку просто, наверное, легче всего перемещаться, мне кажется. Она самая маленькая, самая
незаметно, ее поймать очень сложно. По ней попасть вообще практически нереально. По курочке. Так, друзья, смотрим, смотрим. Еще осталось два бойца. Так, тут уже все начинают подрывать. Все игроки начинают подрывать все на своем пути. Все, что только возможно. Но мы не можем все-таки найти эту курицу. Ну, либо там этих животных. Блин, 17 секунд осталось, ребята. Так, ты кто? Ты что так спрятался? Блин, давайте подорву ее. А может быть это реально игрок какой-то? Хотя мне кажется, вряд ли, что это игрок. Нет, это был бот, друзья. Это был бот. Ну, кстати, он очень четко спрятался, тут бот. Все. Время окончено, к сожалению, друзья, мы с вами проиграли. Ну, это игра, иногда мы выигрываем, иногда мы проигрываем. Ребятки, на этом свое видео я буду заканчивать. Кому оно понравилось, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. Вот, кстати, там курочка, которую мы не поймали. Ну, а с вами был я, Алексис. Всем удачи, всем пока!